Олександр Любченко – джазовий гітарист, віртуоз, засновник гурту «Кредо» і проєкту «Point of Unity». Місто народження і творчого зростання – Дніпропетровськ. Грає на гітарі з 8 років, професійно з 16. Має титул «Народний гітарист України», неофіційне звання «Паганіні гітари». Вітаю глядачів 9 каналу. Дуже тішуся нашій зустрічі у новому проєкті. Він має назву «Пані та панове». І тим більше радію тому факту, що перший пан, з яким нам пощастило спілкуватися в цій студії, джазовий гітарист, унікальний музикант, віртуоз і, якщо хочете, геній. Олександр Любченко. Добрий вечір. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, после такого представления, в принципе, можно уже не говорить. Можно не говорить, да? Да, да, сразу приступать там, к просмотру каких-то фрагментов. Нет, знаете, нет, давайте все-таки поговорим. Я ждала. Скажите, пожалуйста, я начну вот с чего. Ну, если так можно назвать эпиграфом, к группе, созданной в одной из социальных сетей, специально к вашему предстоящему концерту 22 числа, есть такая фраза: «Мастерам не нужны репетиции». Это ваша цитата? Это вы так сказали? Это правда? Нет, я не настолько умный, как могу казаться. Это еще я очень молодой был, и вот у меня хороший доступ был вообще к информации. Ну, повезло в жизни. Вот в каком-то контексте я вытащил нормальный такой лотерейный билетик. Меня не резали мне штаны, хотя были случаи, но это с музыкой не связано. Знаете, там клёш вот и прочее. Там, комсомол, эти патрули, стригли волосы. Это было всё. Вот. И я имел доступ к информации и узнал одну такую фразу, причем из нескольких источников. Великие вот джазюги, допустим. Там такая фраза шла, контекстом как бы проходила. Давно дело было, но я имел уже доступ к информации. Репетирует тот, кто не умеет играть. Ты дома репетируй. Дома вот кто ты, делай из себя мастера. Если ты не сделал из себя мастера, ну какой смысл репетировать? Я с тобой играть не буду, по-любому. От того, что мы будем репетировать месяц, там, три месяца, ты лучше играть не станешь. То есть... Понятна моя мысль, да? То есть вы и Михаил Крымов, вы репетируете? Да нет. Нет? Нет. Но вы же много импровизируете, дуэт. Да дело в том, что, понимаете, это так в двух словах не расскажешь. Да, у нас там были какие-то репетиции и все, но мы настолько уже, в общем-то, как бы чувствуем, как это говорят, друг друга, что нам, например, просто даже интересно. Да, существует какая-то тема, какая-то схема. Могут варьироваться, даже вот вся средина может варьироваться. Вот на этом концерте, допустим, я вначале там играю соло, на следующем концерте он в этой же вещи, он играет соло. Или там заканчивается на одном концерте, она идет одинаково, допустим, время включилось и пошла вещь. И вдруг на следующем концерте может быть такое, что так, стоп, вот тему отыграли, бах, пошла какая-то каденция, там, у меня или у него. И вот мы выходим из этой каденции, так, это очень интересно, это не рассказывать. Это надо слышать, да? Это надо десятилетиями сидеть дома над этим работать. Ну, прежде всего, вот здесь вот. Здесь это само собой разумеется. Чтобы потом иметь возможность не репетировать. Вот заниматься вот этими вот вещами. Ну, скажите, вы, Михаил Крымов. Группа «Кредо», музыкальная школа ваша лично. У Михаила успешный довольно проект «Дуэт с супругой». «I Point of Unity». Скажите, почему вы вместе так часто и так успешно? С чего началось ваше сотрудничество? Ну, знаете, как говорят, хотелось бы чаще и больше. Ну уж, как говорил один персонаж в начале «Незалежной истории», «Що маємо, то маємо». Вот, слава богу, что как бы мы еще действующие музыканты, и можно где-то организовывать какие-то концерты. Ну а с чего началось вообще ваше сотрудничество конкретно с Кредо? С Кредо. Какой год? Это страшно даже говорить. Это 82-й год. Это самое начало создания? Самое начало, да. Самое начало, ну вот как-то. Там история, можно много рассказывать. Там был один басист, когда это затевалось все. А я катался по всем этим городам и весям необъятные. А потом, значит, ну так, надо было, чтобы я оказался здесь, в Днепре. Ну и когда с Олегом Косько это, как бы,
обговаривали, а уже что-то, был там квартет какой-то, там музыканты играли, все. Ну, самое главное – это ритм. Тот басист не тянул. Который был до этого, да, до Михаила. Да, вот когда такая профессиональная работа, то все, знаете, как на уровне самодеятельности было. Как я сейчас называю это все вещи, ну, это там подвал, там это такой вот гараж, подвал. И вам повезло встретить другого басиста? Да, 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 это случайно его занесло в Днепр. Он не из Днепропетровска? Нет, нет, нет. Вот. Видите, он приехал со своей супругой, а тут какие-то конкурсы там были, эти попсовые, типа песенные. Вот, и она там что-то заняла, ей предложили в филармонии работать. Ну, и он при ней, типа. Так вот. И кто-то его увидел, не я увидел даже. Из знакомых, говорит, Саш, ну вот, проблема решаема, в общем-то. Там, по идее, большой потенциал. Я говорю, тащи его сюда. Слушайте, ну как здорово, действительно судьба. И вот начали заниматься с ним. Ну там было что там? Во-первых, надо было, вы представьте только. Вот я, пообщавшись с человеком, я понял, что вряд ли здесь кто-то лучше. Но там большие проблемы. И здесь были проблемы. А уже надо как бы создавать проект. И вот это вот одновременно все происходило. Типа руки. Скажите, пожалуйста, да, вы ноты, руки и тут же еще репетиции уже в составе, ну там, будущего креда, что ли, так вот. Вы мне чуть-чуть до начала эфира, мы с вами пообщались. Ну, это ностальгия, да. Это, в принципе, это мастер, что там говорить. Ну, сейчас? Почему, когда личностные отношения, мне кажется, очень важны, когда играешь вместе. Вы же говорите, что вы чувствуете вы друг знаете, друга. Я вам скажу, бывает по-всякому. История знает массу примеров, когда музыканты терпеть не могли друг друга. И тем не менее. Это легендарный оставшийся в истории проект. Это можно перечислять очень много. Терпеть не могли. Было, как же, эта группа-то называлась? Ну, на самом деле, у вас не так с Михаилом же, правда? Нет, ну, о чем вы говорите? Ну, это чувствуется по вашему концерту. Вот те, вот кого я имею в виду, они даже не здоровались. То есть они только на сцене пересекались? Вот на репетиции, там что-то такое, там какие-то... Ну, интересно, задумки. Может быть, вы вспомните о ком, кого вы имеете в виду? Да я помню, я не хочу просто говорить. Хорошо, не будем, давайте будем этичны. Скажите, вы мне чуть-чуть рассказали... Джон Льюис. Вы мне чуть-чуть рассказали о неких MIDI-программах, таких технофишечках, да, которые заставляют, я цитирую одного из... может быть, ваших критиков или поклонников, которые заставляют ваш дуэт с Михаилом звучать как оркестр. Да, что да. Это за фишечки? В чем секрет? Ну, это вот современные всякие технологии. У Миши у того вообще там MIDI-съем. И у него там куча всяких этих компьютеров, программ. Это там всевозможные сэмплы. Вот там будет звучать, ну вот контрабас 2:1. Или там арабская лютня, или... Ну, много или будет, короче говоря. Дудук армянский, рожок там русский, вот такие вот вещи. Ух ты. Да, скрипки можно делать, ну, все элементарно. Все зависит только от того, как это и где применять. Ну, я повторю еще раз, а сейчас довольно качественные все эти цифровые технологии, имитация полная. Естественно, можно еще там подкрутить там на комбики или там звукорежиссер сделать, оно еще станет более ярко выраженным. Ну, в общем-то, уже вот эти вот все, ну, будем так говорить, эмуляции вшитые. Да, вот он нажимает, там, допустим, у него там контрабас. Ну, все, он дышит прямо. Вот он, акустический инструмент, там это палец слышно, даже все. Здорово. Я вернусь ну, это к одной... как краски. Это, как это, краски? Ну, краски, конечно, это как просто краски. Потому тона. Что, ну, да. К технике. Музыканты, уникальной. В общем-то, которые занимаются, их не так много, именно подобными вот вещами, ну, они не очень засоряют музыкальное пространство, вот это химия. А почему засоряют? Ну, это я так сказал. То есть, если он играет конкретно на каком-то инструменте, то он на нем прежде всего играет. А то, что там включается еще, как бы звучит другой какой-то,
Это уже просто там, ну, художественное видение, или больше там подчеркнуть какие-то моменты, там этнические, допустим. Вот у нас в основном это подчеркиваются этнические какие-то моменты. Вот если играется что-то типа там бибопа, хардбоп, там мейнстрим какой-то, допустим, то, конечно, там включается контрабас для пущего, так сказать, этого ощущения. И, ну, в зале звучит, ну, контрабас. Электроконтрабас, на нем играет Михаил. Нет, там звучит именно акустический. Угу. Здорово. Там именно, потому что... Но это уже не новость, не новшество, правильно? Нет, это применяется людьми. Ну, у Миши, у него видно еще такой склад ума, его это интересует. Его это интересует. Интересно с этим возиться. Мне не интересно. Серьезно? Мне вообще не интересно. Вот понимаете, как бывает? Вам интересна только гитара? Мне интересно, чтобы гитара, и как можно гитарней, чтобы она звучала. Вот. Mm-hmm. Ну, естественно, допустим, в The Point of Unity, в этом проекте, там трио. Понятно, что я там применял некоторые педали. Я очень люблю там еще с юношеских лет, там, с детских, почти. Ну, скажем, вот когда я слышал там вот Вау Педал, вот Хендрикс великий там это применялся. Ну, еще раньше, оказывается, Фрэнк Заппа, Хендрикс уже у него это подсмотрел, как работать вообще по-настоящему. Ну и развил, у него это органично вошло, так сказать, в его вот этот музыкальный мир. Какой вы увлеченный человек, поневоле просто как увлекаешься. Как звучит, как вообще вот раньше, допустим, как излагался блюз и какие тенденции сейчас. Люди практически этого не знают. Более того, я вот на концерте просто, ну, знаете, так разрядить обстановку. Подавляющее большинство вообще слушателей, которые вот на концертах даже. Или в какой-то другой там обстановке. Ну, где звучит музыка. Так, вот, какой хороший блюз. Я так смотрю. Эта песенка к блюзу никакого отношения не имеет вообще. У них удивление. Хорошее удивление? Или нет, просто негодование? Они в недоумении. Нет. Ну какое они негодование может быть? То есть, и вот это я уже наблюдаю десятилетиями. Вот типа блюз. Да нет, это не блюз. Блюз — это форма прежде всего. Там этих форм очень много. И специфическое изложение. Неважно, там на саксофоне ты играешь, на клавишных инструментах. На чем угодно, но это форма и специфическое изложение. Все, это прежде всего разговор. Это человеческая речь. Не три аккорда, там вообще может быть один аккорд, как бы. Дело не в этом. Игра твоя – это имитация человеческой речи. Это или монолог идет, или это диалог идет. И все зависит от класса мастера. То есть вопрос-ответ, вопрос, вот как мы сейчас с вами. Вот. И плюс их столько форм, какие опорные ноты там, раз, там, естественно, какие-то, как говорят, блюзовые ноты, там, пониженная пятая ступень, там, то есть, как бы должно быть, но есть блюзы, где это почти не цепляется, но это блюз. Слушайте, у меня только одна мысль в голове, я хочу это услышать уже очень сильно. 22 числа. Я не думаю, что на этом концерте именно вот это будет, о чем я сейчас говорю. Это больше в проекте в трио и Point of Unity. Особенно последние вот наши концерты, там такая переформатировка произошла. Вот. А с Михаилом там этнического будет много материала. The Point of Unity тоже, но оно такое там заблюзованное, агрессивное, это давка, как говорят, шла. Крымов – это из тех музыкантов, с которым практически можно играть любую музыку, и он ее поднимет. Могут быть какие ситуации? Ну да, человеку надо просто какое-то время осмыслить. И все. Вот у нас с ним, например, такая есть, как бы, поговорка такая шуточная. Вот мы играем, допустим, да, там импровизация, там джаз, но что-то такое там идет от этники. Чем больше аутентичности, тем будет только лучше, а не умничать. Вот я что-то там создал такое. Да что уже можно создать за тысячелетнюю историю? А вот как-то интерпретировать это все. Да, твоя тема может быть, но она должна быть, если ты цепляешь какие-то вещи этнические, они должны быть максимально аутентичны.
Более того, вот скажем, гитара, да? Я играю там, скажем, что-то типа традиции. Это одна постановка. Кроме того, там есть другая, там еще. Я совместил там. Ну, это люди знают, которые были на концертах или видели. Там, медиатор выбрасывается, потом он прячется и пальцами работает. Причем имитация полная, как будто вы играете всеми пальцами. Большой палец работает, не то, что там где-то. Вот этот медиатор достается, или там в карман лезешь, там, ой, он потерялся, что делать. Вот это тут все спокойно. Вот это такой метод, который был разработан. Но! Если, скажем, что-то такое играется, там, Восток какой-то, да, скажем, Ближний Восток, есть у нас такой запах очень серьезный. Там, ну, главный инструмент – это уд, то есть арабская лютня. А там совсем другая постановка. Там такой постановкой, допустим, как я играю, там блюз или там… Что-то такое, связанное с более-менее какими-то мейнстримовскими направлениями в джазе. Там уже, да, можно, конечно, играть, но лживо будет это все звучать. То есть, по большому счету, люди же не зря, допустим, там на арабской, посмотрите, как играют на арабской лютне, да, там другая постановка, а многие вообще играют гусиным пером, не медиатором. Вот, то есть, вот тут что-то такое, какая-то, как говорится, бачка зарыта. И она таки зарыта. И те, кто не мыслят подобными категориями, ну, у меня подобное музицирование вызывает просто улыбку. Это так, мягко сказать. Чёрт ты, парень, куда ты лезешь? Ты сначала подумай, вообще надо туда лезть или не надо. Что вы ждете от концерта? Больше чуть-чуть. Публики. Неделя осталась. Публики жду. Какой публики? Хороший. Новый, старый? Хороший. Любой. Я рад всем. Не надо только думать, что я такой жадный. Я совсем не жадный. Восприятие вот, потому что у меня есть старые вот приятели, которые стараются вообще ничего не пропускать, если я здесь в Днепре играю какой-то концерт. Неважно, один я играю там или в дуэте, или в трио. Ну, это самые любимые мои такие форматы, будем говорить. А потому что, ну, то, что, допустим, вот в трио, те, кто был на Point of Unity, это даже не касается, скажем, того концерта, где я играю один, ну и практически не касается и того концерта, где мы работаем в дуэте, допустим, с Крымовым. А если говорить не о тех, кто не пропускает ни одного, а вот, ну, допустим, арт-центр, квартира, площадка довольно молодежная, там наверняка будут свежие лица, какого как восприятия вы ждете от новых? Я ее воспринимаю как мини-филармонию, собственно, которой она и является. Но у меня такое подозрение, что работает она на порядок. Как минимум лучше, чем государственное, так называемое. Но это уже мы не будем распространяться на это. Александр, давайте немножечко заинтригуем наших зрителей. Давайте посмотрим. Ну, давайте посмотрим. Фрагмент вашего выступления. Не из квартиры, но чуть-чуть за травочку, хорошо? Хорошо. Покажите нам, пожалуйста. Мне самому интересно, я не все смотрю. Смотрим. Thank you.
Раньше это был фрагмент из композиции «Ключ». Вообще название «Ключ», оно очень часто встречается в вашем творчестве, название альбомов, если я не ошибаюсь. Один, да? Альбом, да, там четвертый. Почему «Ключ»? Наверняка это прозвучит, да, композиция, ну, наверняка, знаете, на вот концерте. Когда я за свою жизнь уже много раз это встречал, вот там типа классик, 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 там вот живой классик. Давайте разберемся. Если подойти серьезно, это тоже технология определенная. Вот, классическая музыка, ну да, но у каждого, и современных, в том числе композиторов, неважно даже в каком жанре работают, при упоминании имени вы в состоянии вспомнить одно, два, ну если вспомните там пять каких-то действительно шедевров. Знаковых. Знаковых. Все. Все остальное это переставление. Вот так ноты идут, потом вот сюда. И то есть не надо иллюзий питать. Вот «Ключ» — это ваша знаковая композиция. Я, ну вот, понимаю? Есть такие, да, да, вот знаковые вещи, как Миш Кремов сказал еще много лет назад. Слушай, говорит, у меня такое ощущение, что мы обречены его играть до конца. Ну, я желаю, чтобы это было. Но самое интересное, что были концерты, когда мы не играли. И просили? И публика не понимала. Они ждали, сидели. То есть, ну, никуда не денешься. Все. В The Point of Unity было то же самое. Вот сын... То есть программа не предполагала, да? Да, там же басмен, сын мой. Он говорит, пап, ну давай вот, давай не будем играть в этом концерте «Ключ». Вот мы его и не сыграли, много вопросов было. Ну как, говорю, будем играть? Будем. Все, теперь мы будем. Ну тогда обречены вы в хорошем смысле. Я вам желаю такой обреченности. Да, но мы стараемся вот тот же «Ключ», ну как бы, чтобы он... Интерпретации? Он не был похож. То, о чем вы говорите. И где-то четыре примерно таких уж больно непохожих друг на друга версии. Вот они за все эти вот там десятилетия, они образовались. Вообще «Ключ» был написан, страшно даже сказать, по-моему, в 78-м году. До создания группы «Крем». Да, конечно, задолго, я не помню. В каком-то этом хорике я работал тогда всесоюзного значения. Вот. Ну, это опять. Надо было где-то играть. А где можно было играть? В филармонии. Понятно. Это благо, если ты работаешь там, где есть деньги, еще чего-то там можно играть. Ну, сейчас, в принципе, то же самое. Александр Иванович, а приглашайте наших зрителей. Ну, пусть приходят. Больше слушателей. Там надо иметь... Не то, что говорят, подготовка, никакой подготовки, да, никакой не нужно подготовки, просто сердце надо слушать, и ушами, если есть слух, если нет слуха, бесполезно, бесполезно. Итак, 22 февраля, это суббота? 22 февраля, да, в 19:00, в арт-центре квартиры. Что там у нас еще? Красная площадь 3. Красная 3А, площадь, да, 3. Я думаю, что люди запомнили, записали. Там я благодарю вас. Напротив, очень серьезное одно учреждение. Поэтому никак спутать невозможно. Я думаю, догадались. Все наши жители города догадались. Я благодарю. Огромное удовольствие получилось. Спасибо вам большое. Тож, приходьте, слухайте правду Олександра Любченка та Михайла Кримова. Вони розповідатимуть її за допомогою своєї музики 22 лютого. Ще раз в арт-центрі «Квартира». А мені час прощатися. Пані та панове, будьте щасливі. А я вже рахую дні до наступної зустрічі. До побачення.